При всей эффективности российской пропаганды, она работает на пожилых, она не работает на будущее страны, а слово совсем, скорее наоборот. Вы говорите, что западной пропаганды до этого не было. Вот этот миф о том, что центр вселенной как бы является Запад, а вот Лондон самый главный город и Нью-Йорк, ну это его окрестности, этого не было. И реализовать себя молодой человек. Я хочу, чтобы Москва была самым главным городом Европы. Рассказывая о том, что Запад является главным носителем идеи. Только нет, это достигается. Не трансляции истории под названием «Везде, где говорят по-русски, говорит, должна быть Россия». Друзья мои, в Калифорнии по-русски больше говорят людей, чем в Херсонской области. Намного больше. Чушь полная. Это чушь? Посчитайте. Если они считают 3 миллиона. Ходите в другие места. Я вам больше скажу. Веками англосаксы угнетали индейцев. А индейцы — это наши русские. Они пришли из России туда. Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Индейцы — это мы русские. Индейцы. Они из России пришли. Знаете, они жили в России. Через берегов пролива. 10 тысяч лет назад была наша земля. Калифорния, Аляска. Так, ну шоу закончилось. Можно переходить. Если вы сейчас будете рассказывать людям 8 лет по 5 часов в день, что Калифорнию нужно освобождать, они поверят.